слава Господу, что сегодня есть такая вот у меня возможность посвидетельствовать о том, как Господь меняет жизни. Есть такое мнение, некоторые думают, что если человек побывал в тюрьме, то его уже ничто не может исправить. Он таким как бы остается уже на всю жизнь. Но, слава Богу, это не так. И Господь милостив и к заключенным. И сегодня вот я хочу рассказать о том, как Он изменил лично мою жизнь. Родился я в обыкновенной советской семье. Произошло это в 65-м году, 8 марта. К сожалению, родители мои, они прожили вместе недолго. Через год мама с папой развелись. Все это как в обычной советской семье, я остался без папы. Мама меня стала воспитывать одна. Уже будучи человеком таким довольно-таки зрелым, молодым, и даже уже после армии, такое было, не знаю, не то чтобы отвращение, но, может, какое-то вот негативное отношение к тем людям, которые побывали в тюрьме. В конце концов, Господь так вот перевернул мою жизнь, что я стал один сам, стал одним из заключенных. И у меня было 4 судимости, и было 2 попытки побега. На протяжении последнего срока, который мне дали, 7 лет, я отбывал здесь в Ленинградской области. Я 2 года был в международном розыске, скрывался от милиции тогда еще, да. В конце концов, после всех следственных действий, там, я попал в колонию № 5 Ленинградской области, это вот металлострой. И там начал отбывать вот уже свое наказание. Познакомился с одним человеком. Он был немножко старше меня по образованию такой, вот. Ну, был тоже с Магаданской области. И вот мы с ним тогда, еще будучи находясь в колонии, стали разрабатывать преступный план. Как нам, выражаясь криминальным языком, докинуть православных братьев на пару вагонов гуманитарной помощи. Он освобождался чуть раньше, чем я. И когда освободился, должен был мне всячески помочь там. Опять-таки, действуя через православную миссию «Освободиться по УДО», он переправил мне письмо с инструкциями и Библию. И сказал, чтобы в этом письме было написано, чтобы я ее немножко хотя бы почитал, чтобы овладеть какой-то терминологией, там, ну и потом проканать за своего, как говорится. Вот так в руки мне попало Писание. Я помню, я его тогда подписал, это было 4 марта. 94-го года. А через каждые 2 часа мне нужно было приходить в дежурную часть и отмечаться. То есть под роспись, что я вот здесь, я никуда не убежал. А ночью приходили инспектора, и через каждые 2 часа с помощью фонарика проверяли, нахожусь ли я на своем спальном месте. И в конце концов пришла мысль, ну, дать взятку. Дать взятку одному из оперативных работников, чтобы меня освободили от этой повинности, вот через каждые 2 часа бегать. А он согласился, но согласился, по-видимому, с той целью, чтобы наоборот еще больше, ну, как бы, повесить на меня новый срок. И, в конце концов, этот разговор, который шел об этом, он был записан на магнитофон тайно. И меня прямо на проверке арестовали и увезли в кресты. И меня отправили вот уже досиживать дальше досиживать свой срок в колонию Формосово. Там жил один человек, он был верующим. И иногда по вечерам к нему тоже кто-то приходил, там они скромно так жили, где-то найдут там чайку чуть-чуть, придут, заварят себе чайку, пьют и разговаривают о Боге, и он постоянно кого-то там наставлял, там рассказывал, что чего и как там, что хочет от людей Бог и так далее. Я иногда слушал и думал, вот парень молодец, так у него язык подвешен, как бы. Однажды я ему не так понравилось, как он обработал очередного, я ему подарил такой, дал большой такой пачку чая и огромное яблоко такое. И он меня поблагодарил, и я знаю, что, как он потом мне рассказал, с того дня он начал за меня молиться и просить Бога, чтобы он изменил мою жизнь.
И вот однажды я пошел вечером к своему другу, хотел скоротать время, поиграть с ним в нарды. И прихожу к нему в пароход, и там находится еще один человек. И застаю такую картину, вот этот верующий человек, он пытается что-то ему рассказать про Иисуса Христа. И он открывает глаза от книги и говорит: «Слышь, давай иди отсюда, пока я тебя не вынес там». Я торможу этого человека прямо там у него, сажусь на вторую незанятую кровать и говорю ему: «Ну-ка расскажи мне, что ты хотел рассказать ему». Ну, как-то время надо было скоротать. Уже было где-то, наверное, около 11:30 вечера. И он мне начал рассказывать, что есть Бог, для которого ничего невозможного нету. А я, естественно, хотел его выслушать с одной целью. То есть у меня цель была одна, что я его сейчас как обманщика поймаю за язык, ну и, соответственно, он мне будет должен. Ну что такое быть должен в тюрьме, это понятно, да, там. Что-то из того, что было его, станет моим. И вот он мне начал рассказывать и говорит, что даже если у человека семья распалась там, Бог может все это восстановить. И начал такие вещи мне говорить, в принципе, которых он знать не мог. А жена моя уже тогда, действительно, еще когда я бывал на металлострое, она уже взяла со мной развод, развелась. Я знаю, что она уже несколько раз меняла место жительства, чтобы я после освобождения не смог ее найти. Ну, устала она уже от моих приключений этих всех. А я, конечно, так как сам вырос без отца, и у меня сын, была дочь уже и сын, и больше всего я, конечно, за сына переживал, что он тоже будет расти, как и я, вот так без отца или какого-то дядю, там будет называть папа, и это меня очень так тревожило. И этот человек вдруг мне говорит, что Бог может восстановить любую семью, там, что бы с ней ни произошло. Как проверить? То есть у меня в голове, одним ухом я его слушал, а другим, как говорится, рассуждал. То есть варианта два, или он говорит правду, или он врет. То есть если он врет, я, конечно, его все равно сейчас поймаю. А если он говорит правду? Как проверить? Вариант один. Надо поступить так, как он предлагает. Я говорю: «Ну, давай помолимся». «Как ты говоришь? Как ты говоришь? Давай помолимся». Я, правда, никогда не молился, не знаю, как это делать. Он говорит: «Ну, ты закрой глаза, я буду молиться, а ты просто за мной повторяй, и все». Единственное, говорит, условие, ну, это надо сделать искренне. Ну, тогда возник вопрос в голове, а надо ли мне это? Если это действительно вот так, как он говорит, то хотел бы ли я, чтобы какой-то Бог, про которого он рассказывает, изменил действительно мою жизнь? И ответ был, конечно, тут же в себе. То есть, как бы он ни поменял, но я хотел, чтобы мой сын был со мной. И это был крючок. Я ему сказал: «Хорошо, давай». И зажмурился, закрыл глаза. Он начал читать молитву, я за ним повторяю. Он говорит: «Аминь». Я говорю: «Аминь». Глаза открываю. Встал и пошел по коридору. И тогда вот я на физическом уровне испытал, ну, как бы вот, а такие ощущения пережил, что, ну, как говорят, вот у человека была какая-то проблема, она гнетала его там, да, он не мог найти выхода. И вдруг бах, нашелся выход, и эта проблема разрешилась, и ему стало легко, как говорят, как гора с плеч свалилась, так человек вздохнул легко, да. Вот я почему-то ощутил тогда вот такую легкость, я сам заулыбался, как бы. Иду на всех, смотрю, так улыбаюсь, как-то мне весело, непонятно. На следующий день я где-то в середине дня встречаю этого человека, с которым молился. Его Алексей зовут, вот. И он увидел меня, я иду с сигаретой. Он говорит: «А что ты, говорит, куришь?» Я говорю: «Ну как, что, сигареты курю?» Он говорит: «Ты понимаешь, ты сейчас можешь не курить. Вчера умер, говорит, греховный человек, и к жизни воскрес новый человек». Он говорит: «Ты подумай, говорит, об этом. Ты, говорит, сейчас только начинаешь эту привычку, говорит, приобретать. У тебя нету сейчас этой привычки. Ты новый человек». Как-то внутренне тогда, я помню, обратился к Богу. И говорю: «Вот проблема такая, вот я долгое время пытался бросить, никак. Вот сделай так, чтобы я перестал курить, и я действительно поверю, что ты есть». И уснул. Ну и утро, оно как-то задалось не так, как обычно. То есть помощник мой, там, который он меня будил, мне же в 7 утра надо было бежать отмечаться, он проспал. Вот. Соответственно, уже где-то там в 9 часу звонят в общежитие, нам барак туда с дежурной части, меня разыскивают.
Я быстрее одеваться, там с просонья прибегаю в дежурную часть. Где ты был? Я говорю, ну проспал. И, соответственно, они мне раз и сразу в ШИЗО. А мне через месяц, даже меньше, уже документы были собраны, начальник отряда мне там пошел навстречу. А идти на комиссию, которая принимает решение вот, освободить меня от этого, от красной полосы. И меня сажают на 15 суток. То есть дают максимум не двое, не трое, а под завязку 15 суток. Ну, соответственно, я попадаю в камеру, где сидят такие там особенные заключенные, которые правят миром там в колонии. Вот. Тогда был один такой инспектор. Он был самый такой дотошный в лагере и любил вот проверить карманы там. А я с ним с первого же дня, как попал в эту колонию, конфликтовал тоже постоянно. Но потом, когда вот я изменился, Бог меня изменил, да, я с ним стал по-другому разговаривать, стал с ним вежлив там и так далее. И он поверил, что я действительно стал другим человеком. Ну и он приходит, подходит ко мне, меня увидел, вот как ты сюда попал, я говорю, ну вот проспал, такое недоразумение произошло, как бы, ну ясно, и говорит, у тебя есть что-нибудь запрещенное в карманах там или что-то, я говорю, нету, он говорит, ну отойди в сторону, а всех остальных давай ему проверять, там, заставлять штаны снимать, карманы выворачивать, там, носки снимать, ну как бы по полной программе. Прошло трое суток, и они перед этим затащили очень много сигарет в камеру, получилось там через другую смену. И тут наступает смена опять этого человека. И они все ко мне и просят спрятать сигареты, ну, чтобы я на себе их спрятал. Те же, говорит, все равно не досматривают. Я говорю, ну, не досматривают, но он же меня спрашивает, есть что-то у меня или нет. Ну, они как бы на меня там, ты что там, у тебя совсем гуси улетели, там, не можешь, ты впадло мента обмануть, что ли, там. Мне им стал объяснить, что мне разницы, понимаешь, нету. То есть милиционер это, или заключенный, или какой-то другой человек. То, что я скажу неправду, это я испачкаюсь во лжи, понимаешь? То есть запятнаю свои белые одежды. Приходит этот человек, все происходит как под копирку. Он говорит, у тебя есть что-то? Я говорю, нет. Отходи в сторону. Начинает их досматривать. Естественно, все находит, все забирает. Уходят они злые, там такие... И вдруг как бы, как какой-то внутренний голос во мне, и мне говорит, вот смотри, вот если бы я тебя не освободил от этой зависимости, то есть ты бы сейчас ползал вот с ними вместе на карачках вот там. А это люди, которые решают судьбы других здесь в колонии. И я тогда действительно, как мурашки пробежали у меня, по коже, ну, действительно, это так, и тогда еще больше стал понимать, что я действительно столкнулся с чем-то таким сверхъестественным, которое каким-то образом оно влияет на меня. На следующий день, вот еще, когда мы помолились молитвой кающегося грешника, я утром проснулся и заметил, что я как будто я поначалу даже, помню, испугался немного. То есть мне показалось, что я стал заикаться. Я так стал со стороны как бы к себе прислушиваться и понял, ну, что я не ругаюсь матом. То есть вот это вообще произошло непроизвольно как-то. Я не прилагал к этому никаких усилий. Но в итоге я вот отсидел 15 суток, вышел, пошел. Через 2 недели должна была быть вот эта комиссия по принятию решения о снятии полосы. И в тот день, когда нужно было идти уже на комиссию, я пошел к братьям. У нас там была молитвенная комната в клубе. И мы встали в круг, помолились. И я пошел на комиссию. И когда дошла до меня очередь, меня вызвали. Помню, зашел там, сидит, наверное, около 6 человек там. И посередине сидит замначальника по безопасности и оперативной работе. И первый вопрос, который он мне задал, то есть, как я посмел набраться такой наглости, после штрафного изолятора прийти, ну, вообще, на комиссию и, как бы, обратиться к комиссии вот с такой просьбой. Ну,
очень спокойно объяснил, что я уже давно никуда бежать не собираюсь, я уже стал другим человеком. И даже считаю, что за то, что произошло, ну, я просто проспал. И вдруг такая тишина, то есть он посидел в разные стороны от себя, посмотрел на членов комиссии. И говорит, ну хорошо, члены комиссии, посовещавшись на месте, принимают решение освободить вас от этого. Господь мне дал такое понимание, я начал заниматься стенной газетой, назвал ее «Пастушок», и стал там некоторые выписки делать из христианских книг, из Писания, там. Сначала вывешивал ее в клубе, потом на улице, там трилистник уже такой большой был, потом еще один трилистник напротив штаба, потом еще один с той стороны колонии для родственников осужденных, которые приезжают, там в очереди стоят, то есть для них там. Потом я готовился по разным книгам, там начал вести школу молитвы и веры, и начал вести молитвенное собрание, стал помощником старейшины общины. Ну и как-то вот так вот довольно-таки бурно, и почти 3 года оставалось мне до конца освобождения. Вот это время я уже бывал там в качестве верующего. Мое знакомство с Игорем состоялось лет 5-6 назад. Первый раз, когда я его увидел на собрании тюремного служения ассоциации, как раз вот в этом помещении офиса телеканала ТБН, где каждый вторник собираются люди, которые посвятили свою жизнь служению, тюремному служению. Я приехал сюда на это собрание, вот, и тогда первый раз увидел Игоря, который был среди братьев. И на тот период времени он был в этом служении уже давно. Вот, и занимался, был в совете, где работают по правам, ну, разбирают права человека, чтобы не были нарушены эти права человека внутри учреждения. Прошло какое-то время, когда вот я, может быть, с Игорем звонил ему, и были какие-то вопросы по служению, может быть, по каким-то моим непониманиям вот, ну, вот этого не то, что уголовного мира, а вот, может быть, сленга какого-то, или, потому что общаешься с людьми, и какие-то понятия, какие-то вещи незнакомые. И я ему звонил, потому что он не просто был в этом тюремном служении, а он сам отбывал наказание в свое время и был человеком таким непростым, скажем так, и характер его, и до сих пор, наверное, какой-то отпечаток, даже, может, не криминального мира отпечаток, а его собственный такой жесткий как бы характер, да. Но при всем этом он служит Богу, при всем этом он вот этой своей вот этой жесткостью как бы, да, на своем месте, потому что, скажем так, мягкий человек, я думаю, что и от Бога Господь ставит вот человека с каким-то характером или дает какие-то качества человека, да, для конкретной ситуации или конкретной какой-то работы, чтобы вот волевые какие-то качества, они работали там. Как-то Бог вот оберегал и давал мне такой дерзости, как бы, вести себя, ну, уже не жить по таким законам, по которым живет тюрьма. Я не видел этого забора уже просто. Я просто жил так, как Бог меня учил через Писание жить, и я так жил. Вот. Пытаясь там, по мере своего возрастания, взросления в вере, исполнять его заповедь, помогать людям как-то свидетельствовать и объяснять. И очень много и сотрудников это видели, и действительно верили, что со мной произошли серьезные перемены, потому что, ну, у меня действительно жизнь так развернулась, как бы. У меня такая молитва была, я просил Бога, чтобы он помог мне вернуть сына, и чтобы я вместе с сыном нашел своего отца, и чтобы отец тоже мой уверовал, и мы вот 3 поколения как бы в одной молитве обратились к Богу со словами благодарности. Вот такая молитва у меня была долгое время. Ну, время шло, да, уже пришло время как бы освобождаться. Братья меня встретили.
Вот Ян Сергеевич Волхов тоже принимал участие во встрече. И когда меня встретили, я освободился, приехал в город Коммунар, Ленинградской области, вот там, потому что, ну, в основном миссионеры, с которыми я взаимодействовал, они были оттуда, паспорт. Вот, и через буквально где-то месяца полтора после моего освобождения мне предложили принять участие в проекте. Вот это был проект тогда «Радио для заключенных». И вот мы еще с одним братом вместе начали писать программы. То есть в крестах в каждой камере раскинули сеть, повесили радиоточку. И мы на дисках стали писать часовые радиопрограммы христианские, посвященные заключенным. Ну и, конечно, я когда освободился, и мои мысли, они всегда не переставали быть о жене, о сыне там. Ну, о сыне как-то в первую очередь, потому что, ну, я понимал, что жена могла уже замуж выйти, там, как бы жить с другим человеком. Но я хотел очень увидеть сына своего. И Бог все так устроил, что буквально через месяц я уже знал, где они живут. Я освободился где-то 15 декабря. У моего сына 6 февраля день рождения. И вот 6 февраля я ехал навьюченный, как верблюд, там, столькими баулами, там, разными подарками, фруктами, ехал к сыну на день рождения. Вот, и когда я приехал туда, ну, увидел, что жена живет, ну, одна, в смысле, без мужчины другого, живет с мамой, то есть тещей, и вот с сыном. Она, конечно, когда увидела, ну, не совсем меня и узнала, и не совсем поверила, что это я. И объяснил, то есть рассказал ей Евангелие. Вот. Ну вот где-то через 4 дня, наверное, да, мы с ней вместе молились, и она покаялась, уверовала в Господа. Ну, как-то с сыном у нас были такие немножко натянутые, как бы, он все никак не мог ко мне привыкнуть. Ну, когда я его видел последний раз, ему было 2,5 года, а это я приехал, вот ему исполнялось 9. И там у жены знакомых в этом селе, в котором она жила, у них была такая баня там нормальная, она попросила истопить баню, и вот мы с сыном пошли в баню. И когда попарились уже с ним там в предбаннике вышли, я все просил Господа как-то, ну, чтобы он мне помог мне. И мы с ним сели в этой комнате отдыха, и я просто попросил у него прощения. И понимаешь, вот, ну, я понимаю, что, ну, когда-то я вел себя не очень правильно. Вот, и твоя мать, и ты вот оказались в такой ситуации. И после этого Господь как просто вот пах и убрал преграды, он бросился ко мне на шею. Прослезились. И все стало хорошо. Рассказал братьям, что так и так, мне надо перевозить как бы всех сюда. Вот, стали думать, как да что. Ну, где-то через месяц, наверное, может, через полтора. Вот, я их уже перевез сюда, и мы вместе стали жить опять семьей одной. Ну, сейчас занимаюсь тем, что достраиваю центр адаптации для тех братьев, которые освобождаются. В принципе, вот двухэтажный дом я строю практически. Не очень большой, 200 квадратов. Первый этаж почти уже готов. Второй надо вот косметическую отделку осталось сделать. И можно как бы завозить кровати там и уже принимать людей. У Игоря на вот его участке, где он сейчас живет, есть еще одно помещение, которое он построил и радеет о том, чтобы вот этот, его сложно назвать реабилитационным центром или адаптационным центром, но он хочет, чтобы в этом доме могли жить люди или найти свое пристанище люди, которые не имеют вот этого ни кола, ни двора. Да? Вот они освободились, а у них нету ничего. Вот, и мы размышляли о том, чтобы на самом деле вот в этом помещении можно было бы устроить вот этот проект как ресоциализация. То есть людей, которые могли бы возвращаться все-таки в общество, в нормальное полноценное общество, и менять свою, ну, менять свою жизнь. А у Игоря на самом деле есть желание такое и стремление сердца служить этим людям, чтобы они могли найти себя в этом обществе и не возвращаться больше туда. Как христианин, как человек, который сам был там когда-то. А 6 лет назад еще вот тоже Бог такой всегда, так благодарю Бога за то, что у него тоже есть чувство юмора.
Ну, помните, я говорил, что не любил заключенных, да, в свое время. Потом Бог меня провел через все это. И я их очень полюбил. А 6 лет назад я еще попал, вот тоже не без помощи Яна Сергеевича, в комиссию, в общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека, находящихся в местах принудительного содержания. И вот в течение 6 лет ездил по всем колониям, помогал заключенным, там, где нарушались их права и так далее, общался с сотрудниками. Что первое время я читал вот Библию, читал захлеб просто. Читал захлеб. Поэтому, ну, что пожелать? Одно условие есть, как и тот человек сказал мне, с которым я молился, молитвой кающегося грешника, это искренность. Это действительно, если ты искренне хочешь, чтобы Бог изменил твою жизнь, если это тебе действительно надо, ну, надо тогда просто довериться Ему и испытать Его. Бог говорит, испытайте меня. Так ли это? Ну и получилось так, что вот я испытал Бога. И Он мне доказал и открыл, что это так и есть, что Он есть. Что все, что Он в Слове Своем говорит, это истина и правда. Что если Он сказал, то так и будет. Поэтому надо просто довериться и открыть свое сердце Богу. Отдать Ему все, просто рассказать искренне. Сказать, что ну вот сам... Вот наделал то, что есть. Теперь прости и помоги. И все.